Господи Иисусе. Попались! Вперед, парень. Я тебя прикрою. Посмотрите. Вот он. Еще я оставила вам детонатор. Ага, вот и он. Отлично. Один готов. Эй, не трожь кнопку. Этот? Когда приведете заряды в боеготовность, используйте детонатор. И бабах! Этого они точно не ожидают. Будь осторожен. Лазаревич поставил своих людей по всему периметру. Гляди в оба, могут быть патрули. Я весь взмок, как шлюха на мессе. Зачем водить шлюх на мессу? Что такого? Эй, осторожно, наверху. Никто не должен заметить. Надо убрать этих ребят. По-тихому. Тише. От тебя слишком много шума. Ты у меня еще попляшешь. Можно качнуться на руках и прыгнуть. Ты-то, конечно, сможешь. Ладно, погоди, старик. Попробую найти другой путь наверх. Осторожно! Прекрасно. Спасибо. Да. Нейт, сейчас ты приближаешься к первому участку раскопок. Черт, нас видели! Разделайся с ними поскорее, пока они не позвали на помощь. Ах!
приближаетесь к первому лагерю. Я разместила там заряды, но сначала вам придется расчистить себе плацдарм для деятельности. Там ничего нет. Когда же он признает поражение? Чужак! Поехали! Надо найти взрывчатку и привести в боеготовность. Осталось заложить 3 заряда. Осталось всего 2. Так, установи последний заряд и уходим отсюда. Так, кажется, все. Пора навестить Лазаревича. Им нас не достать. Иди, я тебя подсажу. Ладно. Давай, приятель, прыгай. Ну и задница у тебя, Салли. Спасибо. Порядок. Мощно же это было цунами, если забросило корабли так далеко на сушу. Черт, опять насос сломался. Эта штука вечно ломается. Надо починить, а то так и будем здесь торчать. Они без оружия. Их не так уж и много. Чего мы ждем? Можем атаковать их. Не знаю, Салли, может. Не с места! Помешала твоя помощь. Да ты и сам справлялся. Вот тебе еще один. Салли! Ты у меня еще попляшешь. Хватит страдать ерундой. Нас ждут великие дела. Что ты называешь ерундой? Идем вдоль трубы, придем к лагерю. Идем вдоль трубопровода. Прям как тогда в Монреале, а? Так и будешь мне напоминать? Кажется, я вижу лагерь. Готов? Постой. Одну секунду. Три месяца, и ты ничего не нашел. Но подожди, мы командир! Же все-таки...
Наверное, Лазаревич. Этот человек пытался украсть находки с пятого участка. Ты предал меня за это? Нет, нет, Зоран, я объясню. Нет, нет. Нет, не надо, не надо. Меня окружают предатели и глупцы! Не пора ли совсем испортить ему настроение? Давай. Тревога! Обыскать лагерь! Бегом! Пошли, надо проверить. Вперед, парень. Я тебя прикрою. Ну и кто тут бросил снайперскую винтовку? Осторожно, Нейт. Похоже, не выставили дозорных. Ладно, парень, наш выход. Он платит слишком мало, чтобы все это терпеть. Заткнись, надоело твое. Угощайтесь. Похоже, Лазаревич настроен серьезно, Салли. Видел бы ты все это. У него тут досье на каждую экспедицию в Шамбалу. Аж с 17 века. Дневники Марко Поло нашел? Вот они. Шевелись, у тебя мало времени. Да-да-да. Достойный пилигрим легко обошел все препятствия. На пути к Шамбале. И что, по-твоему, это значит? Без понятия. Погоди-ка. С великой печалью смирился я с судьбой моих товарищей. Их роком стала ужасная ноша, что мы несли из Шамбалы. Может, они подумали, что цунами — это кара небесная? Подожди. Черт, Салли, камня Чинтамани здесь нет. Что? Слушай, пусть на меня обрушится гнев Хубилай-хана, я не унесу Чинтамани из его святилища. У Марко Поло не было камня. Тогда что же это за ужасная ножа? Я не знаю. Если камня здесь нет, то что же тогда ищет Лазаревич? Шамбалу. Здесь сборный лед. Далековато забрался, не находишь? Он пытается пройти по следу Марко Поло. Прямо в Шамбалу. Зачем? Потому что камень лежит там. Хлоя, говорить можешь? Сейчас. Да, слушаю. На этих раскопках они нашли какие-нибудь тела, останки? Нет. Странно, что ты спросил. А что? Тут разбился корабль с 600 людей. И нет ни одного тела. И куда же они делись? Куда б ты побежал от цунами? Как можно выше. Бинго. Надо подняться в горы. Там мы и найдем людей Марко. Хлоя, возвращайся к нам. Я уже иду. Отлично. О, Нейт, быстро уходи оттуда. Мне нужна еще минута, Салли. У тебя нет ни секунды. Они убиты. Рассредоточься. Черт. Иди смело, парень, меня прикрой. Гранаты? Что ж, пригодятся. Лови! Они заходят слева! Угощайтесь! Беги! Yeah.
О, черт! Берегись! Еще прибывает! Отходи с фланга! Один я с ними не справлюсь, приятель! Черт! Помоги мне! Уничтожь башню! Я помогу, Салли! Отлично! Наверное, сюда. Ух ты, Салли, взгляни на камни. А, вот это уже что-то. Ты только посмотри на это. О, да. Эй! Ну, что у нас тут? Кажется, здесь покоятся останки команды Марко Поло. Посмотрим. О, этому храму не меньше 1000 лет. Не меньше. Нам вниз. О, похоже, мы срубили джекпот. О, похоже, тут целая сотня трупов. Какие у них зубы? Все черные. Господи, да у них у всех такие. Наверное, они укрылись здесь от цунами. Здесь наверняка должен быть какой-то ключ. Эй, я вроде что-то нашел. Здесь. Что? Опять смола. Я такую уже видел. Салли, посвети. О. Постойте. Это кровь. Кровь повсюду. Тут была жуткая резня. Пойдем по следу. Посмотрим, куда он ведет. След обрывается у стены. Да, странно. Этот поддается. Салли, помоги мне. Опять камни ворочить. Я ушибся. Следы ведут сюда. Боже мой.
Еще трупы. О, Господи. Может, это бред. Но, похоже, они поубивали друг друга. Слушай, Нейт, у тебя просто паранойя. Ух ты, мёртв. Посмотрите. Что у нас тут? Осторожно. Господи Иисусе. Попались! Нет, у меня чуть сердце не выскочило. Ого. О, какая уродливая штуковина. Это что, оружие? Нет. Это пурба. Ритуальный кинжал из Тибета. Он устраняет препятствия. Что? Ну, в смысле духовные. А. Постойте. Салли, не о нем ли говорил Марко Поло? Я не понимаю даже, о чем ты говоришь. В дневнике он писал, что достойный пилигрим чудесным образом обошел препятствие на пути в Шамбалу. С помощью этой штуки? Слушайте, все это, конечно, очень здорово и интересно, но идти-то куда? Ну, может, просто на карте посмотрим? Ну-ка, покажи. Между Великой Индией и провинцией Тибета лежит земля, усеянная чудесными храмами. Их золотые шпили видны до самого горизонта. Слушай, я знаю, о чем он. Это в Непале. Да. Только это больше не земля храмов, это большой город. Да, это усложняет задачу. Погодите, тут еще. Из множества храмов лишь один скрывает тайный путь в Шамбалу. И путь этот откроется лишь пилигриму, что владеет золотым ключом. Здорово. Молодец, парень. Так чего же мы ждем? Уходим отсюда. Ладно. Пока. Надо идти. Я пойду разведаю обстановку. Может, руку дашь? Ах ты, черт. Пошли. Гарри, сюда. Не дайте ему уйти. Это Дрейк. Какого черта? Руки вверх. Можешь с ними расстаться. Заткнись, Али. Ну, конечно, это ты. А это? Почтенный Виктор Салливан. Объясни мне, на кой черт тебе сдался этот старый хрен? Тихо, Нейт. А ты чертовски смел для человека, который 3 месяца гнил за решеткой. Это лучше, чем 3 месяца бегать кругами по джунглям. Но корабли-то я нашел. Сам бы ты даже собственный зад не нашел. Даже с картой. Они явились вот оттуда. О, Гарри, посмотри-ка. Кстати, о картах. Между Индией и Тибетом храм таит в себе... Дорогу в Шамбалу! Слушай, Флинн, я не узнаю тебя. О, да брось ты, неудачник. Отведи их к Лазаревичу. Ты у меня пожалеешь, что вышел из тюрьмы? Идем. Давай, давай! Объясню!
Ты цела? Царапина. Что ж, мне так скорее повеет. Попробую отвлечь их от вас. Хлоя, идем с нами. Нет. Встретимся в Непале. Бегите. Пошли. Вот умница. Да уж, не поспоришь. Черт, нас заметили! Бежим! Ну, спасибо тебе! Ну, давай, не тяни время! Пошли! Бежим! Сюда. О, черт. И что теперь делать? Прыгать. Погоди-ка, ковбой. Совсем из ума выжил. Мы просто сломаем себе шею. Да, если не прыгнем, шею нам сломает Лазаревич. Я уже слишком стар для всего этого. Ай, да ладно, только не начинай опять. Слушай, ты у нас везунчик. А старик вроде меня должен знать, когда остановиться. Салли, мы выберемся, ясно? Как всегда. Ты поедешь к своей красотке в Непал, а я туда, где тепло. Хватит. Ладно, расскажешь мне обо всем, когда вернешься. Вот они! Черт! Ну что, вперед! После вас. Увидимся в аду. Яха! Побереги! Черт! Была права, когда сказала, что у Лазаревича неплохая фора. Он заручился помощью местных бандитов. Этот город уже давно на грани гражданской войны. Нужно было лишь чуть-чуть бензина в огонь. Мило. Да, в этом хаосе можно смело перевернуть город вверх дном в поисках храма. Никто не заметит. Нейт? Эй? Да, я слышу. Надеюсь, ты не думаешь отступить? Кто, я? Нет. Хорошо. Я уже мечтаю разделаться с этими клоунами. Карта есть? Да. Встретимся на старом рынке. Там вроде бы все тихо. Ладно, понял. Черт. У меня гости. Ну, здорово. Оторваться можешь? Боюсь, что уже не получится. Давай. Нейт, как ты? Бывало и лучше. О, нет. Никак не отдаться! Черт! Старый рынок. Наверное, это сюда. Найди его! Черт! Ну! Он где-то здесь. Не зевать! Огонь по колесам! Уничтожить их! И что теперь?
сюда! Так, теперь надо найти Хлою. Ладно, этим путем мы не пойдем. Припарковался. Чесать улицы! И снова я спасаю твою задницу.
Но она же того стоит. О, это у тебя тибетский ритуальный кинжал в кармане? Ну, может, я просто рад тебя видеть. Тише! Так это и есть ключ ко всему. Так точно. Марко Поло вошел с ним в Шамбалу. Что с ним делать? А, никаких идей. Вообще-то, знаю, что Лазаревич без него далеко бы не ушел. Нельзя недооценивать его. Он и Флинн прочесали весь город. Наверняка сравняли с землей десятки храмов. Так что делать будем? Нейт? Никогда так не делай. Посмотри. Видишь знак? Да. А вон там? Да, очень похоже. И что это значит? Значит, мы знаем, что Марко Поло делал потом. На нужном нам храме должен быть такой знак. Нам осталось просто найти его. А ты понимаешь, что в этом городе больше сотни разных храмов? Да, но если мы посмотрим на город с высоты... То тогда найдем иголку в стоге сена. Да. Тут рядом есть гостиница. Хлоя, на это нет времени. Это самое высокое здание в этом городе. Да, да, это отличная идея. Пойдем. Да. Прекрасно. Плохо дело. Заперто. Жди здесь. Я поищу обходной путь. Я вижу гостиницу. Я знаю, мы почти на месте. Осторожно! Назад. Я прикрою. Подходи.
подсади меня. Попробую добраться до лестницы. На такую роскошную задницу просто грех садиться. Держи! Вот видишь, как много от меня пользы? Идем сюда. Давай. Ладно. Уже почти. Не хочу. Это было благородно. Всегда, пожалуйста, обращайтесь. Повстанцев совсем плохи. Их слишком много. Да? Я думаю, лучше подобраться с другой стороны. Лучше обойти этих ребят. Извини, ты что, собираешься взорвать эту гранату? Так точно. Думаю, зайти с той стороны и дать им прикурить. А с ним что прикажешь делать? Это твоя забота, милый. Разберись с этим парнем. Только без шума. Без шума? Да. Может, не стоит? Поиграем в войну? Ты что, рехнулась? Ладно. Спокойно. PlayStation.